Всем привет, я София Глобер. На этот раз хочу показать Downtown Long Beach. Это такой город. Long Beach — это город. Вот это, кстати, одноименная улица, Long Beach Бульвар и Ocean Бульвар. Здесь перекресток. Вот. Это тот самый город, где находится морской порт, интернациональный морской порт, куда приходят рейсы со всего мира. Огромные корабли. Но здесь самое отличие то, что этот порт грузовой, и он находится справа от меня, вот в ту сторону, там будет океан. Сейчас здесь это Long Beach Террас, театр, ну, театр, обыкновенный театр. Здесь самые высокие по всем известным событиям с 2020 года. Здесь начался ремонт, восстановительные конструктивные, где меры принимаются, чтобы снова сделать не только светомузыку, а еще и улучшить фонтанчик. Сейчас временно на ремонте, сейчас немножко с вами будет. Вот у вас ноги все, и спуск на конвенчный центр. Конвенчный центр — там, где всякие шоу проходят, и очень интересные такие места. Вот. Кстати, я хотела показать, что здесь вот это Ocean Бульвар и Long Beach Бульвар. Тут банк, вот этот City Bank большой, за ним еще банки. И вот это вот красивое здание, сейчас хочу показать, это один из очень известных популярных отелей, нормальные цены, все красивый такой отель. Пальмы данное время цветут. Сейчас начало июня, вот они будут цвести вот все весну цветут и до конца лета будет цвести. Красиво смотрится. Вон, вот здесь вот это банк, там вот еще это отель, и сзади дальше идет Чейз банк, новостройки, там еще один из старинных, где у них не новостройки, там уже отели. И вот здесь вот это идет элитное жилье, огромный комплекс, его довольно недавно построили. И вот самое интересное здесь еще, здесь идет вот там акванариум. В акванариуме там огромная подборка, коллекция такая великолепная, все эти существа подводного мира, не только рыбы. Ну там, насколько я узнавала, более 10 тысяч разновидностей всякой рыбы. Вот. И что еще интересного в этом районе, вот в ту сторону, там за банками и за новостройками, и еще два квартала в ту сторону. Коллекция, можно так сказать, она известна на весь мир. Там идет 15 бутиков, которые продают винтаж и антик. Ну, в основном привет. Это винтажная одежда, шляпы, аксессуары, сумочки. Там еще винтажная мебель есть. Это очень известный такой мой трендчик, он называется бутик. Он вот это все в той стороне. И, кстати, там еще есть замечательный пляж, называется Морина. Очень такой хороший, миленький. Ну, там можно и одному съездить, отдохнуть, и для семейного отдыха, ну, для всех есть. И для детишек там парк с качелями. Нормально, хорошее местечко такое. Вот, ну, тут такой здесь самый такой известный пятачок. Downtown Long Beach. Long Beach — это один из районов нашего огромного мегаполиса Лос-Анджелес. Это такое красивое место, вся такая морская тематика. Море, отдых, пляж, все вот эта тема лета, ну такая прелесть. Ну, что вот здесь интересно, что вот здесь довольно далеко ехать до нашего Вест-Холливуда. Ехать будет действительно очень далеко, но зато оно там устроит, отдохнуть тут просто прекрасно можно. Ну все, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, всем добра!